Клинический центр Федерального медико-биологического агентства в подмосковных Химках не успевает принимать пациентов. У здания медицинского учреждения выстроилась целая колонна карет скорой помощи. Администрация принимает все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам, отметили в штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Медработники просят пациентов проявить понимание, так как подобные ситуации не носят системный характер. Кроме того, в оперативном штабе столицы России подчеркнули, что поток больных коронавирусом в последние дни значительно вырос. Столетняя жительница Барселоны Микаэла Полония победила коронавирус. Женщину выписали из больницы, и в четверг она вышла на свой балкон, где ее ждали поздравления от соседей. Жители соседних квартир и домов аплодировали. Победительница же недуга в ответ посылала им воздушные поцелуи. Сообщается, что женщина была госпитализирована 13 марта с диагнозом коронавирус. Почти 4 недели пациентка провела в больнице. 51, 352, 353, 354, 355. Время. Марафон рекордов. Пока во всем мире бушует коронавирус, 11-летняя жительница Екатеринбурга Каролина Черных бьет один рекорд за другим, блещет своим крепким здоровьем и силой духа. Спортсменка нашла, чем занять себя в домашних условиях, и с 1 по 7 апреля устроила марафон рекордов, который назвала «Гвозди и гири против вируса и пандемии». Спустя всего неделю на ее счету уже 12 новых рекордов. Девочка начала заниматься спортом, когда ей было 7,5 лет, и уже к 8 годам в ее послужном списке появился первый рекорд России Национальной ассоциации пауэрлифтинга по народному жиму. Каролине удалось перевыполнить норматив кандидата в мастер спорта 1,5 раза. С тех пор различные награды и достижения стали обычным делом в жизни девочки, а желание бить рекорды только возрастало с годами. В марте этого года юная спортсменка поставила рекорд по кистевой тяге 8-килограммовой гири 354 раза за 10 минут. А 24 марта Каролина вновь отличилась, выполнив жим 6-килограммовой гири, стоя на гвоздях 170 раз за 5 минут. Екатерина Токомбаева, Кенжебек Максатулу, «Пирамида».